Похоже, игроками и разработчиками овладела тяга к старым добрым денькам. Еще вышла игра Black Mesa. По сути, это оригинальный Half-Life на переработанном движке. И что, продают за деньги? Да, и публика очень довольна. Hey, Mr. Freeman. Все говорят, ого, Гордон Фримен снова в деле. Как приятно прогуляться по знакомым местам. Да, картинка заметно улучшилась. Кроме того, появился Deathmatch. Это практически все новшества. Вот, вот, эмоциональный момент. Боже, как будто вернулся в беззаботную молодость.